Лаборатория. Биосферный резерват. Таких в России больше 40. Особо охраняемые территории – это природоохранные, научно-информационные и культурно-просветительские центры страны. В ближайшее время их список может пополнить национальный парк Зюраткуль – сердце Южного Урала. Национальный парк Зюраткуль, один из красивейших парков России, находится в Челябинской области, в 200 километрах от областного центра. Парк образован 3 ноября 1993 года. Уникальные природные творения, и в их числе 5 памятников природы, расположены на территории общей площадью 88 тысяч гектаров. Климат здесь умеренный, континентальный, что означает холодная зима, теплое лето и короткое межсезонье. Ученые насчитывают в парке более 600 видов растений, 40 видов животных, около 20 видов рыб и почти 150 разновидностей птиц. Часть из них внесены в Красную книгу России. Название парку дало одноименное озеро. Озеро Зюраткуль. В источниках 18 века оно именуется Юрак-Куль, что в переводе с башкирского означает «сердце озера». Происхождение единственного высокогорного озера, расположенного на западном склоне Уральских гор, обросло множеством легенд. Согласно одной из них, башкирская красавица, утратив любовь дорогого ей человека, утопила в глубине вод свое сердце. Местные жители считают, что своим названием озеро обязано волшебному зеркалу красавицы Юрмы, из осколка которого возник водоем. Однако все легенды сводятся к тому, что озеро притягивает к себе людей. Побывав здесь один раз, они оставляют частицу своего сердца, а потом вновь стремятся на его берега. И действительно, с высоты птичьего полета форма Зюраткуля отдаленно напоминает сердце.